Господин Мо, каково состояние наследного принца? Прошу, расскажите. У него избыток ян и недостаток инь. Нарушено кровообращение и слабая энергия ци. Организм слаб. В последнее время его дни и ночи перевернулись с ног на голову. Я понял это по его пульсу. Даже если спустятся бессмертные, помочь ему будет чрезвычайно трудно. Господин Мо, для этой династии вы тот самый бессмертный. Вас назначили главой госпиталя, поэтому прошу, помогите ему. Сейчас наша страна в состоянии войны. Военные донесения доставляют и доставляют. И их необходимо изучать и обсуждать. Их нельзя оставлять без внимания. Мы понимаем, что его здоровье ухудшается. Но мы не можем отложить военные планы. Господин Мо, у нас нет выбора, кроме как взять руководящую роль. Чем закончится эта кампания, зависит от снабжения армии. Когда императора здесь нет, наследник становится высшей властью. С наследным принцем ничего не должно случиться. Я прекрасно понимаю ситуацию. Наследного принца я лечу уже давно. Сейчас он в таком состоянии, что даже лекарства и иглы не помогут. Его тело действительно выгорело. Если он хорошо о себе позаботится, то, возможно, проживет дольше. Но если он продолжит волноваться днем и ночью, тогда, боюсь, он долго не продержится. Господин Мо, оставьте, пожалуйста, его медицинские записи. Я не могу. Данные членов императорской семьи мы можем предоставлять только его величеству. Вы можете сделать только копию. Мы сами их предоставим императору. Но это... Дождь имеет необычную природу. Поскольку это дело срочное, все документы мы отправим сами. Не думаю, что это хорошая идея. Мы втроем отвечаем за контроль над страной. Поэтому мы должны торопиться. Сюда, пожалуйста. Я скажу вам только одно. Сделайте все, чтобы вылечить наследного принца. Но записи... Записи не должны быть никому раскрыты. Понятно? Мы передадим сообщение наследной принцессе. Это дело государственной важности. Ешьте, угощайтесь. Господа, вот ваша еда. Тост за здоровье наследного принца и победоносный триумф Его Величества. Если вы жаждете вина, просто пейте его. Не нужно придумывать кучу оправданий. Господа, думаю, я попаду в серьезные неприятности. Если вы не желаете разделить со мной это бремя, тогда я понесу его сам. Я пока не буду отправлять запись о состоянии наследного принца Его Величеству. На то у меня есть две причины. Нынешняя война — это уже большая проблема. Не нужно доставлять неприятности императору. Если он об этом узнает, это никому пользы не принесет. И вторая причина — принц Хани, Джао, левая и правая рука императора. Они посвящены военные планы, а также передают все официальные документы ему. От их глаз ничто не ускользнет. Если они об этом узнают, они могут начать жаждать его положения. На данный момент война зашла в тупик. Если они разделят свои войска и начнут сражаться за трон, они могут заманить императора в ловушку. Это будет абсолютно безнадежная ситуация. Моя мысль заключается в том, что этот клочок бумаги станет главной причиной катастрофы.
Если что-либо случится, мы станем причиной беспорядка. Скажите мне, были ли мои суждения верными или нет? Среди этих важных проблем, вы сами пришли к выводу об этих важных проблемах. Вероятность того, что император заменит наследника престола перед битвой, гораздо высока. Он назначит принца Ханем. Глядя на темперамент государя, он не позволит своим сыновьям покинуть его. А то, что он передаст трон внуку, маловероятно. Это приведет к повторению восстания в Динане. Вы развращаете политику. Вы думаете, что принц Хань может стать императором? Он будет считаться императором, который подает надежды. И он тот тип людей, который радуется грандиозным достижениям. Есть ли среди сыновей принца Ханя, кто может сравниться с доблестью императорского внука? Конечно, нет. Великий священный внук. Император описал его этими словами. Нам нужно, чтобы наследный принц и императорский внук были следующими претендентами на трон, если мы хотим, чтобы династия Мин процветала. В этом вопросе я на вашей стороне. Господин Ян, подумайте о последствиях частных интересов. Мы беседуем за закрытыми дверями. Мы все трое верные сторонники наследного принца. Неважно, принц Хань или принц Джао станет императором. Нам остается лишь ждать нашего изгнания. История нас запомнит как продажных чиновников. Это дело нужно ускорить. Я не Джао Гао, как и императорский внук не Эрши Хуанди. Не нужно быть сентиментальными. Значит, все решено. Я переброшу войска принца Джаня и Ханя для защиты столицы и заменю их на армию Шаньдуна. Генералов этой армии рекомендовал лично сам наследный принц. Пришло время использовать их в полной мере. Все 9 городов Яшань, Хайгуань должны быть перекрыты. Динян, Датун, Сюаньхуан. Нельзя позволить им получить императорский указ. Сядь как следует. Пора принимать лекарства. Прими лекарство и ложись. Сегодня никуда не ходи. Небо не упадет, даже если тебя там не будет. Разве Ян Шицзи и другие министры не говорили, что это срочное дело? Я ругала их до тех пор, пока их терпение не закончилось. Пусть чиновники подождут меня в моем кабинете. Я просто больше не могу пошевелить и ногой. Я предлагаю тебе попробовать и посмотреть, что будет. Императорский лекарь сказал, что ты должен отдыхать. Жизнь нашего сына в руках других людей. Страшно подумать, если с ним что-нибудь случится. Если ты сможешь вынести потерю нашего сына, тогда я пойду и отдохну.
Наследный принц! Срочное донесение! Шэньдзин! Шэньдзин! Отведите пушки! Запечатайте порох! Поторопитесь! Быстрее! Запечатайте порох! Наследный принц. Наследный принц. Присаживайтесь, присаживайтесь. В конце лета в степи становится холодным. Я помню, что во время последнего праздника середины осени был снегопад. Нельзя позволять императору продолжать сопротивляться. Да, но теперь император разделил армию. Похоже, он все-таки двинется вперед. Мы все это видели. Только так и возможно. На данный момент лучший план разделить армию так, чтобы император мог вести главные силы и медленно отступать. С помощью принца Джани и отряда принца Ханя боевая эффективность выше. Татарское войско должно быть недалеко. Если мы продолжим двигаться вперед, позже будет трудно определить положение вещей. Необязательным. Я знаю характер своего отца. Его характер стойкий и настойчивый. Он стремится превзойти других. Военные донесения. Положи их сюда. Будет сложно заставить его отступить. Какие еще идеи вы можете предложить? Надо послать больше войск. Да, согласен. Текущая проблема кроется в подавленном боевом духе наших войск, а не в их недостаточном количестве. Неважно, сколько солдат мы отправим, мы не сможем победить небеса. В год восстания Дзинаня император повел войска в Дзинань. Он был готов отправиться прямо в Наньцзин, по воде. Армия села на корабли, но кто же знал, что не будет ни одного дуновения ветра более 10 дней подряд. Корабли двигались только при помощи гребцов. Они могли проходить 5 или 6 ли в день. Однако император не слушал ни одного из своих советников. Он сказал, что мы будем двигаться, а потом подует ветер. Если мы не двинемся с места, ветра не будет. Посмотрите, какой он упрямый. Столичная армия освободила гарнизон. Кто перевел солдат запаса из Шаньдуна? Я жду. Наследный принц. Я боялся, что новости с фронта раскроют неустойчивый боевой дух армии. Шаньхай, Гуань, Цзиньян, Датун, Бэйцзин. Освобождение 4 гарнизонов одновременно. Почему вы не доложили
о таком важном большом событии. Что подумают остальные? Если вы делаете что-то за спиной императора, вам следует проверить, на месте ли еще ваша голова. Поторопитесь и попрощайте со своими семьями. Наследный принц. Наследный принц. Наследный принц. Мир не может погрузиться в хаос. Вам не здоровится. Исход войны неизвестен. Если ваши братья бросят жадные взгляды на страну, мир погрузится в хаос. Когда император благополучно вернется из Бэйдзин, мы втроем понесем наказание за это преступление. Наследный принц. Так это была ваша идея. Да. Может ли быть, что ситуация впереди настолько плоха, что вы прибегаете к таким средствам? Только император знает, наступать ему или нет. Но погода нам не помогает. Мы слепые люди, скачущие на слепых лошадях посреди ночи. Что если император потерпит поражение? Когда произойдет что-то немыслимое, принц Хань и принц Джао войдут в ворота, и начнется еще одно восстание Дзинаня. К тому времени положение страны снова превратится в хаос. Наследный принц. Когда известие об освобождении гарнизонов достигнет ушей императора, судя по его характеру, он медленно вернется, чтобы посмотреть, что нужно сделать. За донесение на передовую отвечаю я. Нет никаких шансов, что новость распространится. Второй брат планировал и управлял делами столько лет. Третий брат основывает свою информацию на секретных донесениях. Неужели у них нет собственных информаторов? Я в это не верю. Наследный принц! Наследный принц! Наследный принц! Возвращайтесь. Я подумаю, есть ли другой способ. Да что ты знаешь? После пересечения трех ущелий между горами будет дорога, а в середине может проехать только один всадник. Повозки легче затащить, чем вывести. Враги перебросили войско. Этот путь ни к чему не приведет. Приятель, с кем ты разговариваешь? Вот именно. Что ты сказал? Я сказал, что я ничтожество. Необходимо пересечь три ущелья, но принц Джао утверждает, что там татарский стан. Эти две горы надо преодолеть. Если нам придется сделать крюк, я не знаю, как долго продлится эта битва. В сентябре пойдет сильный снег, маршировать в это время будет неудобно. Отец, я с третьим братом разделим наши силы и будем использовать конницу, чтобы спровоцировать их. Мы выманим их главные силы и задержим их. Узкое ущелье не так уж и страшно. Как только мы с братом поднимемся в горы, командование получит больше преимуществ. Каково твое мнение? Какой у меня может быть план,
если вы попадете в ловушку. Кто не попадает в ловушку, отправляясь на войну? Третий дядя. Раньше некоторые говорили, что война может закончиться в июне. Уже август. Война не закончилась и наполовину. Кто сказал эту безумную вещь? Я сказал. Говори. Продолжай. Я просто хочу знать, почему наша армия продвигается так медленно. В этом году дождь пошел рано. Река Карулен вышла из берегов. Мы не могли развернуть нашу конницу и артиллерию. Можете ли вы вести войну без пушек и мушкетов? Это наша тактика. Эта тактика мертва. И тактика должна зависеть от ситуации. Мы не смогли развернуть нашу конницу. Но и они тоже не могли. Почему мы всегда терпим убытки? Приятель, как можно так легко вести войну? А? Это называется ожесточенной борьбой, надо терпеть. Это не упорная борьба. Это называется глупостью. В битве при Хулане при внезапном похолодании мои фланги не получили преимущества, и татарское войско отступило. Мы заняли пустой лагерь. Кроме того, 12 и 19 апреля моя армия следовала за врагом и проиграла два сражения. Они в засаде уже более 4 месяцев. Мы ни на шаг не продвинулись. При одном упоминании об Улутае наступает беспорядок. Провизии нет. Мои солдаты стали инвалидами. Ты еще не император. Ищешь виновного за поражение? Наша армия еще не побеждена. Это слишком самонадеянно. Я уже 5-й раз выхожу за Великую Стену, чтобы сражаться. В чем трудность на этот раз? Поскольку племена за пределами Великой Стены знали, что мы будем сражаться с ними, они объединили свои силы. Хорошо. Я также боюсь растекаться с востока на запад, бегать туда-сюда. Это отнимает много времени. Но мы с этим столкнулись. И проблема была в погоде, а не в ошибке командования. Но ты распространил информацию о выводе армии. Каков был твой мотив? Дедушка, называй меня Ваше Величество. Ты видишь здесь своего дедушку? Возглавь атаку на 3 ущелья. Если проиграешь, я обезглавлю тебя. Иди. Есть! Алутай обещал нам перерезать снабжение армии Мин, но он до сих пор этого не сделал. Узнайте у них. Алутай прислал сюда своих послов. Он говорит, что конница армии Мин их преследует, и они побеждают. Такими темпами Алутаю придет конец. Пусть так и будет. Их посланники все еще здесь? Да. Есянь. Иди. Перережь им всем глотки. Есть. На что вы смотрите? Подходите, выпейте чаю. Махаму! Ублюдок! Как ты мог убить послов Алутая? Да, как ты посмел? Ты еще не стал нашим ханом. Точно! Да! Почему? Это нельзя назвать золотым веком для императорской семьи. На этой земле так много племен. Наш союз был создан на крови. Что бы ни случилось, мы будем твердо стоять здесь. Сейчас же. Так как они не старались. Я убью их. Я не должен этого делать. Если я не буду стараться,
Ты убьешь и меня. Ты был выбран для ведения войны. Не для того, чтобы ты убивал кого захочешь. Да! Почему ты их убил? При таких условиях. Даже когда битва еще не закончена, кости мертвых пастухов будут громоздиться, как гора. Тогда идите и сдайтесь. Идите. 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 Если я не ошибаюсь, битва в трех ущельях будет самой трудной битвой. Армия Мин, безусловно, пойдет на все. Я обязан удержать три ущелья и выиграть сражение. Разве вы не говорили, что уйратские монголы не прилагают усилий? Армия у устья трех ущелий будет состоять из монголов. Вы будете находиться посередине. Основные силы будут скрываться здесь и здесь. Как только мы истощим их моральный дух, мы их уничтожим. Они утверждают, что у них 600 тысяч солдат. Я думаю, их не больше 300 тысяч. Выгоды и потери, успех или неудача, зависят от этого сражения. Дедушка, отдохните. Вы стары, поэтому не можете столько вынести. Ты не должен принимать участие в этом сражении. Я оставлю тебе 10 тысяч солдат. Если мы проиграем, перейди реку Анон и продолжай движение на запад. Пока идет снег, армия Мин будет тебя преследовать. Сохрани кровь уйратских монголов. Дедушка, мы проиграем? Ты должен спросить, выиграем ли мы. Если мы хотим победить, мы не можем быть полностью уничтожены. Он продолжает проповедовать о 50 годах мира. Мы тоже хотим их иметь. Но мы не можем жить в мире, если не победим его. Есиань, не участвуй в сражении. Сохрани кровь уйратских монголов. Я слышал, вы поссорились с императором. Я думаю, вы правы. Вы не можете в гневе бежать вперед и рисковать жизнью. Убедите императора вывести войска. Махаму точно выберет три ущелья в качестве битвы с армией Мин. Мы не можем атаковать силой. Вы должны понимать, когда отступать. Император зол и позволяет другим водить его за нос. Теперь он никого слушать не будет. Может, он только, когда я погибну, поймет, что вывод войск — лучший выбор. Отойди! Вперед! Вы не можете пойти! Махаму знает наши методы подхода. Он будет защищать три ущелья и нас всех уничтожит. Убедите императора! Вы должны! Военное министерство подготовило для армии смену зимней одежды. Что еще, кроме смены одежды, можно сейчас сделать? Что если во время битвы пойдет снег? Они прислали еще 4 донесения. Ни при каких обстоятельствах мы не можем оставлять их здесь. Я знаю. Мне не нужно их читать. Они дьявольские. Если пришлют зимнюю одежду, то, зная нрав императора, они останутся там до следующего лета. Государство не сможет покрыть все расходы. Поскольку война неблагоприятна, мы должны уйти раньше. Фактически, нам не нужно принимать во внимание настроение императора по этому поводу. Мы можем ему это сказать. Неблагоприятно? Почему это? Кого ты слушала? Наследный принц, я помогаю вам писать и утверждать донесения. Только в этом месяце количество согревающего лекарства и золотой мази для ран было не меньше нескольких сотен повозок. Если война продолжится... Замолчи.
У меня действительно слабое здоровье. Я не хочу просить других о помощи, поэтому напиши ты. Помни, ты должна забыть обо всем, что происходит за этой дверью. Если что-нибудь случится, это вызовет проблемы. Помни, не говори того, чего не знаешь. Не спрашивай о том, чего не знаешь. Поняла. Семьи второго и третьего принцев не оставляют меня в покое. Они придумывают сотни идей, чтобы задавать вопросы. Если они сталкиваются с Ху Шантянь, она помогает мне противостоять им. Когда они догоняют госпожу Сунь, она будто в рот воды набрала. Даже не открывает его. В любом случае, я должна сама это терпеть. Не следует ли мне избегать их допроса? Мы все одна семья, чего ты уклоняешься? Давай, сядь, садись. Скажи мне, чем я могу тебе помочь? Они спрашивают о ситуации на передовой. Также они сказали, что во дворец наследного принца перенесено военное министерство. Дворец наследного принца превратился в маленький двор. Это действительно беспорядок. Я сказала им, что правила сегодняшнего дня будут правилами и завтра. А что, если они однажды не будут реализованы? Разве я тебе не советовал? Просто скажи им, что если они хотят знать о военных делах страны, пусть спрашивают напрямую. Если они не хотят спрашивать прямо, я хочу увидеть, кто посмеет им ответить. Если они придут в следующий раз, они осмелятся. Они хотят знать о состоянии здоровья наследного принца. Люди из императорского госпиталя слишком разговорчивы. Это сложно сохранить в секрете. Эти донесения прислали генералы военного министерства, ответственные за транспортировку продовольствия за пределы Великой Стены. Это письмо было отправлено гражданским советом, содержит список военных, подлежащих повышению, отчет о трех поколениях и текущей должности. Я сравнила их с другим. Несколько ключевых военноначальников являются бывшими подчиненными принца Ханя. Поэтому они должны знать общую ситуацию как в отношении припасов и снаряжения, так и в отношении ситуации на передовой. Они все еще ходят вокруг да около, чтобы понять, в каком состоянии сейчас здоровье наследного принца. Ты права. Ян Шици боится, что новость о моей болезни станет известна. Как только я ослабну, амбиции моих братьев возрастут. Поскольку война находится на таком этапе, в случае разглашения информации, страна погрузится в хаос. Не вините меня за это. Я вас предупредил. Я проверю лекарства наследного принца. Императорский лекарь сказал, что тебе нужно отдохнуть. Если с тобой что-то случится, меня не волнует, погрузится страна в хаос или нет. Сначала ты бросишь меня и сына в яму. Ты должен послушать лекаря. Ради нас обоих. Зачем мне рисковать своей жизнью, как не ради тебя и нашего сына? Мой сын борется на передовой. Я отвечаю за тыл. Плотные заборы не дают бродячим псам проникнуть внутрь. Небольшая халатность обязательно приведет к хаосу. Более того, лучшие люди страны сейчас находятся за пределами Гуандуна. Если что-то случится, это будет большая проблема. Если бы ты была в курсе всех государственных секретов, ты бы испугалась еще больше. Хорошо. Я все хорошо знаю. Больше не спрашивай. Во дворце наследного принца много переписчиков. Почему ты не используешь их? Ты же знаешь, что все они — люди второго принца. Она научилась хорошо подражать моему почерку. А еще она молчаливый человек. В конце концов, мы все семья.
Приготовиться! Зажигай! Ваше Величество, приказать авангарду отступить. Если так продолжится, они все погибнут. Ты боишься умереть? В авангарде императорский внук. Только те из семьи Джу, которые погибнут в этой битве, смогут этого избежать. Пятый гарнизон вперед! Пятый гарнизон вперед! Yeah!
千千。